приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Итак, к эрфии. Как я говорил в рецепте приготовления, этот сыр можно выдерживать от месяца. Через месяц он уже готов. С новогодними праздниками и с кучей дел он у нас выдерживался 2 месяца. Пахнет просто волшебно. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Оценим, так сказать, результат. Разрезаем. У меня всегда разрезание каждого нового сыра, как это, красота. Я к ним отношусь, честно, к этим сырам, вот как к чаду какому-то своему. Особенно, когда делаем что-то новое. Ну, очень мне нравится получать вкусные сырочки, получать классный результат. Немножко плохо я разрезал. Сейчас постараюсь отрезать именно тоненький кусочек, чтобы хорошо было видно срез. Ну, так будет видно хорошо, я думаю. Сейчас покажу срез, дорогие друзья, и после этого продегустируем. Эрфили на срезе. Вот так вот выглядит. Мы его делали без латекса, как мы говорили. То есть, видите, такая хорошая просушенная корочка. Все у нас по выдержке прошло, ну, на мой взгляд, прошло очень хорошо. Сыр очень ароматный. Сейчас давайте попробуем на вкус. Надо какое-то клеймо личное на форме сделать, чтобы была форма с клеймом. Итак, друзья, попробуем. Лариса уже пробует. Ну, скажи, Лариса, вкусно? Вкусно. Очень вкусно. Очень ароматный сыр. И очень интересный вкус. Нету кислинки, характерной, допустим, для российских сыров. Ну, для группы. Немножко он сладковатый на вкус. И какой-то такой, ну вот, молоко было очень ароматное, когда мы его делали. И аромат, ну, мне даже как-то вот он цветочный. Реально, реально отличный результат. И он очень эластичный. Эластичный, да. Вот хотя корочка кажется такая достаточно нормальная, потому что выдерживали без латекса, мне казалось, что корочка будет жесткая. Совершенно не жесткая, отлично. Ну, просто вообще идеально. А что-то кошка на месте оператора не находит себе места. Дорогие друзья, с удовольствием представляю вам рецепт сыра Эрфили. Кстати, если вы не смотрели наше видео, как мы его готовили, ссылку вы найдете в описании под этим роликом, и также будет ссылка в конце видео. Сыр отличный, очень вкусный, достаточно простой в приготовлении. И, естественно, наша миссия показать вам, что сыры, колбасы, алкогольные напитки лучше готовить и значительно вкуснее, и достаточно несложно готовить дома. Поэтому призываем вас прекращать покупать магазинную дрянь, которая вообще, ну, к сыру имеет очень отдаленное отношение. Ну, в большинстве своем. Не хочу никого обидеть, но в большинстве своем то, что продается в магазинах, действительно к сыру имеет очень отдаленное отношение. И то, из чего его делают, к молоку имеет такое же отдаленное отношение. А начинать приобщаться, так сказать, начинать самостоятельно готовить сыры для себя, для своей семьи, для своих друзей. Поверьте, это совершенно несложно и очень вкусно, дорогие друзья. Вот как бы рецепт годный, полностью проверенный. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в описании, вернее, в комментариях, извиняюсь. На все комментарии мы с Ларисой отвечаем. Друзья, и Лариса ведет свой канал, называется «Путешествие Даниила и Ларисы». В конце видео я размещу ссылку на этот канал. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Ну и ставьте Ларисе лайки, если вам понравится наше видео. Друзья, готовим для вас много очень интересных новых материалов, поэтому пошли снимать. Всего доброго, пока!